мы ожидаем вот три самолета Як-52. Готовятся к своей программе. Ведущий группы Дмитрий Самохвалов, который справа Максим Савельев, левый Роман Овчинников. На левой стороне группа. Я хочу сказать, что это единственная пилотажная группа в России на форсневых самолетах. Они выпустили дымы. Посмотрите, даже несмотря на ветер, как они близко находятся друг к другу. Давайте его поаплодируем. Они вас любят. Давайте попробуем поаплодируем. Отрадные ребята из мастера своего дела. Я напомню, что это единственная пилотажная группа в России на самолетах этого типа. Внимание, друзья, Нестерова! Я самолеты выполняю синхронно. Петля замкнута. Итак, летчики идут прямо к нам. Давайте поаплодируем их за массовыми руками. Это называется тюльпан Уходят на вертикаль. Затяжная бочка. И замыкают мертвую петлю. Смотрите, как рядом они находятся. Надо поддать это. Вот это роспуск! Они почти нарисовали сердце в небе. А это переворот через крыло. Игра называется «Стопор». Охотная встреча в курсах. Дмитрий Самохвалов, Максим Савельев, Роман Овчинников сегодня работали для вас. И они выполняют проход на старт. Давайте поаплодируем за приветственность.
Зеленого самолета не успела. Продолжение следует...